Параллельно с подготовкой к голосованию продолжаются мероприятия по выходу Татарстана из режима ограничений. Так, накануне Кабмин Республики внес изменения в постановление 208 сразу по нескольким пунктам. Начиная с этого дня носить маски на улице не нужно. Санатории возобновляют работу, а общепит оживет с летних веранд. Однако в каждом пункте есть важные оговорки, о которых мы расскажем прямо сейчас. Одно из ключевых приятных изменений, которые произошли в жизни татарстанцев сегодняшнего дня, это возможность не носить маски на улице. Однако не стоит забывать, что при посещении общественного транспорта, а также объектов розничной торговли, ношение средств защиты остается обязательным. Поэтому многие челнинцы решили повременить, избавляться от уже привычной маски на улице. Не нужно заново доставать, делятся они. Но многие буквально вздохнули свободно. Воспользуемся этим, правда, привыкли уже, но куда деваться. Определенная свобода поможет людям. А те, кто хочет носить маски и оберегать себя, они будут продолжать носить их. Я всегда ходил еще долго, потому что говорят, что и в июле, наверное, будет этот болезнь. Не забывать о средствах защиты попросили сегодня и на совещании в мэрии. Коронавирус ходит рядом с нами, поэтому еще раз нужно обратить внимание жителей нашего города, граждан, что их благополучие в первую очередь, подчеркиваю, в первую очередь в их руках. Между тем, перемены коснулись не только масочного режима. С 11 июня в республике начнут работу летние веранды. Их в городе 36. Мы сейчас отрабатываем, в субботу, в воскресенье уже общались, потому что уже предприятия знали, организации знали о том, что вот такое разрешение будет получено. А с 15 июня можно будет посещать МФЦ без предварительной записи, но с соблюдением мер безопасности. Также с этой недели начинают работу республиканские санатории при получении одобрения Роспотребнадзора. Но кроме детских лагерей, они закрыты до улучшения эпидобстановки. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Челны-24.